Сегодня исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. К этой дате в Алматы был открыт памятник тем, кто работал над ликвидацией последствий техногенной катастрофы. Чернобыльцы, как называют их в народе, приравнены по статусу к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной. На борьбу с радиацией были направлены более 30 тысяч казахстанцев. Из них сегодня более 4 тысяч человек – живые свидетели той страшной аварии. Они категорически против использования атомной энергии для создания оружия. А потому поддерживают инициативы главы государства и его манифест, который призывает всех жителей планеты отказаться от ядерного арсенала. Это правильно, да, очень правильно, потому что, вы знаете, сейчас в мире это столько там ядерного оружия, это ужас ведь, ну, вот. Просто вот мы считаем это то, что вот нам, что президент наш вот озвучил, это очень, это правильно, это очень правильно.